Итак, дорогие друзья, под ваши бурные аплодисменты на поле появляются команды «Подводник», «Город Ярославль» и «Ротор», «Город Волгоград». Ну и по традиции, естественно, состав играющих команд. «Подводник» Ярославль выступает сегодня в желтых футболках и черных трусах. Владимир Гладченко, ворота под номером 1. Михаил Семенов, 19-й, Максим Агафонов, 18-й, Игорь Шахин, 14-й, 5-й Борис Никоноров, 9-й Алексей Ильичев, 17-й Сергей Лебедев, 7-й Евгений Рябчук, 3-й Николай Крышанов, капитан команды, 15-й Григорий Белостоцкий, 6-й Руслан Пелецкий и 16-й Максим Роговский, главный тренер команды Дмитрий Горин. Состав команды «Ротор», город Волгоград. Команда выступает полностью в синей форме. В воротах номер 1 Максим Чушков, 2 Андрей Панкратов, капитан команды, 6 Дмитрий Шишер, 9 Андрей Андреев, 11 Михаил Чурляев, 7 Максим Сукрутин, 5 Жил Паулов, 8 Маури Синьо, 22 Олег Мозговой, 12 Леонид Городнов, 20 Антон Гриб, главный тренер команды Эмиль Джабаров. Ну что, заключительный матч сегодняшней команды. Поехали, дорогие друзья! Сразу волгоградские болельщики начинают поддерживать свою команду, но это совершенно понятное дело. Дмитрий Шишенский, топ-центр. Пока что даже нет времени рассказать о том, как команды сыграли вчера, потому что достаточно энергичное начало в исполнении обеих команд. Скидка по Любу Максим Чушков! Играет великолепно голкипер «Ротора». Ну и быстренько пробил в памяти восполняем. Вчера футболисты ярославского «Подводника» встречались с московским «Локомотивом», с действующим чемпионом России, и одержали победу со счетом. И потерпели поражение со счетом 0-4. «Локомотив» обыграл «Подводник» со счетом 4-0. Но в свою очередь волгоградский «Ротор» со счетом 3-0 выиграл у «Строгинов». Началась перекличка болельщиков, которую, конечно, принято слушать в тишине. Ну и продолжу быстренько о турнирной таблице группы «Б», в которой находится у нас «Ротор» и «Подводник». Итак, на данную секунду в этой группе «Локомотив» имеет в своем активе 6 очков, «Ротор» 3 очка и «Строгино» с «Подводником» набранных очков в своем активе не имеют. Вот такая вот ситуация. Удар по воротам, и Владимир Гладченко, вратарь «Подводника» и сборной Украины, действует надежно. Конечно, несомненный трансферный успех волгоградской команды, которая сумела пригласить под свои знамена одного из главных бомбардиров российского пляжного футбола, игрока сборной России Дмитрия Шишина из московского «Локомотива». Перешел Дмитрий Шишин в состав «Ротора». Ты, Лёша, ты!
зафиксировать нарушение правил арбитра в этом эпизоде. Футболисты Ярославского Погодника получают возможность пробить штрафной удар. И его будет пробивать еще один представленный в составе Ярославского Погодника украинский легионер этой команды. Девятый номер Алексей Ильичев. Удар по воротам, рядом со штангой пролетает мяч. Опаснейший эпизод около ворот волгоградской команды. И атака Погодника продолжается угловой. С правого фланга передача. Все тот же Алексей Ильичев на мяче. Против него же Павло. И нарушение правил. Нарушение правил. Несомненно, сейчас со стороны Жила Павла. И Алексей Ильичев будет пробивать еще один штрафной удар. Удар и гол! Сетка ворот, счет открыт. Автор забитого мяча Алексей Ильичев. Девятый номер ярославской команды. 1-0. Победа впереди. В данном эпизоде Маурисиньо два раза коснулся мяча в центре поля при разводе мяча с центра поля, что, естественно, по правилам запрещено. И это нарушение карается штрафным ударом. И все тот же Алексей Ильичев, фамилию которого я назвал за последние минуты, наверное, раза 4, пробивает штрафной. Удар, это мимо ворот. И подопечный Эмиля Джабарова начинают свою атаку. Жил Павло. Желтая карточка. Жил Павло. Российскому легионеру волгоградского ротора. Но на этот раз штрафной удар будет пробивать капитан ярославского Подводника Николай Крышанов, воспитанник Санкт-Петербургского пляжного футбола, выступающий под знаменами ярославского Подводника, капитан коллектива из Ярославля. Удар в ворота, это мимо. Hey!
предыдущем эпизоде нарушения правил зафиксировано не было. Скорный мяч в центре поля и по правилам фэрплей отдает футболисту Волгоградского Ротора мяч игрок Ярославского подводника. Ротор команда хоть и молодая, ну, по меркам российского пляжного футбола, скажем так, но одно большое достижение уже есть у волгоградской команды. Вчера я об этом говорил, и не лишний будет сказать и сегодня, что в прошлом году волгоградский Ротор стал победителем этапа чемпионата России по пляжному футболу, который проходил в Самаре. И, соответственно, есть уже победа в рамках этапа чемпионата России у волгоградской команды. Ну, подводник-дебютант, дорогие друзья, подводник-дебютант российской пляжной футбольной суперлиги, ну, поэтому о каких-то достижениях этого коллектива говорить пока что на данную секунду не приходится. Это первый сезон для ярославской команды в рамках российской суперлиги. Через квалификацию отбирались ярославские футболисты в суперлигу, и мало того, что отобрались, так еще и выиграли эту самую квалификацию. Вот, наверное, пока что в пляжном футболе это и есть главное достижение ярославского подводника, потому что именно ярославцы – победитель квалификации чемпионата России этого сезона. Квалификация, в которой также выступали саратовская «Дельта», московская «Динамо» и московский «ЦСКА». Счет становится 2-0 в пользу подводника и автор забитого мяча номер 14 Игорь Шаклин. 2-0, подводник впереди. Четверка сейчас у Ротора. Олег Мозговой, Жан Павло, Маурисиньо, Дмитрий Шишин. Стоять! Куда твоё? Пошли! Уже! Уже, Леви! Прошу! И мимо ворот все-таки мяч пролетает в этом эпизоде. Уже меньше 3 минут остается сыграть коллективом в рамках первого периода. Маурисиньо играет на Жан Павло. Жан Павло на ударной позиции! Но Владимир Влащенко справляется и в этом эпизоде, но объективности ради надо отметить, что у Жива Паула удар здесь, конечно, не получился. Получает третий номер команды подводник Николай Крушанов, капитан ярославского коллектива. Жил Павло будет пробивать пенальти. Шик.
Последняя минута первого периода. Дмитрий Шишин! Выше ворот. Володя! Володя! Итак, последние секунды первой 12 минутки, которая, надо признаться, получилась просто интереснейшей. Ну и время на последнюю атаку, но я не знаю, будут ли атаковать футболисты Ярославля или нет уже в данном случае. Ну, может быть, все-таки попытается, да, если Ильичев ударит. Ну что ж, дорогие друзья, завершен. На этом первый период встречи завершен он со счетом 3-1 в пользу Ярославского подводника. И, кстати, как мы сообщили, завтрашнего дня перестанем скучать в перерывах между периодами, потому что девушки группы поддержки волгоградской будут уже работать с завтрашнего дня на матчах волгоградского этапа чемпионата России. Итак, отдохнем, дорогие друзья. 3-1, Ярославль впереди. Ну и давайте обязательно отметим и нашими аплодисментами поздравим. Сегодня день рождения у игрока ярославского подводника Максима Агафонова. Давайте поздравим его с днем рождения аплодисментами. Пожелаем всех благ, здоровья, главное, без травм. Ну и, дорогие друзья, это не все. Сегодня день рождения свой празднует капитан команды «Ротор», город Волгоград, Андрей Панкратов, дорогие друзья, которого мы тоже, естественно, с огромным удовольствием поздравляем с днем рождения. Вот так вот, в каждой команде по имениннику, но, как говорится, победить должен только один. В пляжном футболе ничьих не бывает, поэтому, соответственно, пока что констатируем факт, что нарушение правил на первых же секундах второго периода. Алексей Ильичев, украинский легионер команды «Подводник», будет пробивать штрафной удар. И какой гол! Сумасшедший удар!
В исполнении Алексея Вичева, дорогие друзья, 4-1. Подводник впереди. Но удар просто невероятный по силе и точности. 4-1 в пользу подводника. Теперь уже Жил Пауло будет пробивать штрафный удар. Автор на данную секунду единственного забитого мяча в составе волгоградского ротора. На воротам. И удар этот пролетел мимо. Жил Пауло. Я уже говорил, дорогие друзья, что волгоградский ротор стал победителем самарского этапа чемпионата России. Вот там же, в Самаре, в прошлом году Жил Пауло стал лучшим игроком непосредственно этого самарского этапа. Блестяще провел турнир бразильский легионер волгоградской команды и совершенно заслуженно получил приз лучшего игрока. И еще раз Жил Пауло. Штрафной удар, смотрим. Удар по воротам, это снова мимо. Обязательно, дорогие друзья, ну давайте уже в третьем периоде я расскажу вам о том, какие матчи завтра нам предстоит увидеть. То же самое, 4 игры, разумеется, и 16 и начало. Завтра мы узнаем всех полуфиналистов. Сергей Лебедев! На стрельбе атаки, но это уже Маурисиньо. Жопа выше. Огромные надежды. Болельщики возлагают на Маурисиньо. Молодой супербомбардир. Но пока что его бомбардирский талант, скажем так, не проявился в полной мере за неполные две игры. Ну и начинается перекличка волгоградских болельщиков. Я замолкаю. Почти 3 минуты сыграли команды в рамках второго периода заключительной встречи сегодняшнего игрового дня. Борьба идет за выход в полуфинал. Полуфинал волгоградского этапа. Кстати, отметим смену вратаря в составе волгоградского ротора. По 20-м номерам на поле Антон Гриб вышел после перерыва. Сменил он Максима Чушкова. Именно он защищает ворота во втором периоде волгоградской команды. Thank you.
автор забитого мяча номер 6 Дмитрий Шишин. Итак, 4-2. В этом единоборстве два украинца. Олег Мозговой в составе ротора и Алексей Ильичев в составе подводника. И Алексей Ильичев с убойнейшей, надо признаться, позиции будет пробивать штрафной удар. Давайте посмотрим. В этом эпизоде мяч, ударившись ровно в песок, сразу перелетел ворота в этом эпизоде. Мурсиньо! На обороне здорово играет футболист подводника. Великолепно играют команды, матч действительно зрелищный. Шелпао, Маурисиньо. И улучшение правил фиксирует арбитр в этом эпизоде. Маурисиньо будет пробивать штрафной удар. Человек, о котором много говорили, рассказывали, и нам в том числе. Ну вот, давайте посмотрим за его удар. Удар вышел! Да, пока что на российском песке бомбардирский талант Маурисиньо раскрыться полностью не может, не получается пока что. Но посмотрим впереди часть игры. Желпао! Бежал с мячом со своей половины поля до чужих ворот и забив. И это номер 5. Желпао! Давай, Пау! Давай, Пау! Давай!
Насимовна. Падение через себя в исполнении. Ну и синюю, но и в целом сама комбинация волгоградского ротора получилась очень интересной. И заключительный удар. Падение через себя в исполнении Маурисиньо оказался неточным. Сегодняшний именинник Максим Агафонов, игрок Ярославского подводника, сейчас наносил удар по воротам, но это получилась даже передача. И за боковой линией. Жил Пауло будет водить мяч в игру. В этом эпизоде 19-му номеру Михаилу Семенову. Ну и штрафной удар будет пробивать Дмитрий Шишин. Еще раз с центра поля разыграют мяч футболисты Ярославского подводника. В этом эпизоде раньше времени седьмой номер Евгений Рябчук забежал на чужую половину поля. Чего по правилам делать нельзя. Да, вот так вот, дорогие друзья. 4-1 выигрывал Ярославский подводник. Ну а теперь счет на табло 4-4. И 2 минуты 43 секунды до завершения второй 12 минут. Передача на Сергея Лебедева на левый фланг. Жил Пауло блестяще отрабатывает в обороне. Ну и звучит свисток арбитра. Сергей Лебедев получил повреждение в этом столкновении. Ну и вот как раз пауза, дорогие друзья. Я сообщу вам календарь наш завтрашний. Расписание игр. Итак, матч начинается в 16.00. Играют Дельта Саратов, Динамо Москва. В 17.15 встречаются подводник Ярославль, Строгино, Москва. В 18.30 матч Кристалл, Санкт-Петербург, Крылья Советов, Самара. Но и внимательные болельщики догадываются, что в 19.45 нам предстоит суперматч. Локомотив Москва, Ротор, Волгоград. Вот так вот, волею календаря, мы посмотрим с вами такой футбол. Локомотив, напоминаю, уже набрал 6 очков в этой группе. Если говорить на данную секунду, у Локомотива 6, у Ротора 3, у Подводника и у Строгино без очков. Это вот на данную секунду, без учета, естественно, матча Подводника и Ротора. Поэтому забегать вперед не будем. И будем наслаждаться, потому что действительно матч потрясающий. Это пляжный футбол просто великолепного уровня. Уж поверите. Евгений Рябчук, удар по воротам, Антон Рябчук спасает свою команду! Блестяще сыграл вратарь! Ну и разбит нос уже на Пауло.
только что столкновение с Алексеем Ильичевым. С моей позиции было хорошо видно это столкновение. И кровь из носа бразильского легионера Волгоградского рота. Ну и сейчас доктора волгоградской команды будут приводить в порядок бразильского легионера, своего коллектива. Итак, минута 19 до завершения второго периода. Такой футбол и не хочется, чтобы заканчивался. Последняя минута второго периода. И нарушение правил со стороны Олега Мозгового. Николай Крышанов будет пробивать штрафный удар. По мячу Антону Грибу было бы очень и очень тяжело. И здесь забитого мяча не будет. Евгений Рябчук с мячом. Против него Дмитрий Шишин. И через своего голкипера. Последние секунды второго периода. Олег Мозговой. И нарушение правил фиксирует арбитр в этом эпизоде. Олег Мозговой пробьет штрафной удар. И всего лишь ведь 6 секунд остается до завершения второго периода. Олег Мозговой у мяча. Остается, но Владимир Глашенко уже решил ничего не делать. И на этом период завершен ваш аплодисмент, дорогие друзья. Финишный матч мы с вами смотрим. 4-4. И все будет решаться в третьем периоде. Итак, уважаемые любители пляжного футбола, уважаемые любители спорта. Вот тут говорит даже нечего. Первые же секунды и чуть не ломается перекладина на ворот Волгоградского рота. И в ответ на атаку Дмитрий Шишин. Пробивает по воротам, Владимир Глашенко выручает. Да, вот это бодрое начало. Третьи 12 минутки. Дмитрий Шишин! Такой излюбленный момент в исполнении Дмитрия Шишина. Это удар в падении через себя, приблизительно из пределов чужой штрафной площадки. Но вот сейчас немного не повезло. Интересно также, что счет первого и второго периода абсолютно одинаковый. С той лишь разницей, что в первом периоде со счетом 3-1 победу одержал Ярославский подводник, во втором периоде со счетом 3-1 победу одержал Волгоградский рота. Кто же одержит победу в третьем периоде во всем матче? Вот вопрос. И очередное нарушение правил со стороны Олега Мозгового.
пятый номер команды. Подводник Борис Никаноров будет сейчас пробивать штрафной удар. Рвется по правому флангу удар. Здесь Николай Крышанов играет здорово. Шише будет! Шише будет! Показывает арбитр, что неправильно ввел аут. Олег Мозговой в этом эпизоде. Маурисиньо, Дмитрий Шишин, Олег Мозговой. И первый все-таки будет Николай Крышанов. Нет, Олег Мозговой первый на мяче. И удар в падение через себя. Ближний углу фиксирует, конечно, голкипер, но головой ударился об штангу. В этом эпизоде голкипер ярославского подводника Владимир Гладченко. Мы будем надеяться, что удар было не слишком сильное. Отражал этот удар Владимир Гладченко и при этом головой в штангу ударился. Конечно, понятное дело, неприятное повреждение, но какое повреждение бывает приятным? Всегда мы, естественно, надеемся, чтобы без травм проходили игры. Но спорт, футбол, дело понятное, травмы случаются. Ну что, давайте аплодисментами поддержим голкипера ярославской команды, чтобы, главное, со здоровьем ничего не было плохого. Спасибо, друзья, спасибо. Итак, спорт и мяч в центре поля. Ну, я думаю, по всем правилам фэрплей, как всегда, и по кратам, да, конечно, отдает мяч соперникам. Чуть больше 2 минут сыграли команды. Все те же 4-4. Алексей Ильичев, скидка в центр. Михаил Черняев играет здорово. Быстренько это выпад Ротера. И Милору. Не надо вперед, на все выйти. Коля, да, очередной просто великолепнейший шанс. Игровская команда сейчас была. И фиксирует игру рукой в этом эпизоде арбитр. Футболисты Ротора получают великолепный шанс. Но тут даже уточнять не надо, позиция просто убойнейшая. Итак, у мяча Дмитрий Шишин, который сегодня уже 2 мяча забил, и у Дивы есть возможность хет-трик оформить в этом матче. Итак, противостояние Дмитрия Шишина и Владимира Гладченко. Смотрим. Итак, счет становится 5-4. И автором забитого мяча стал номер 6 Дмитрий Шишин!
чаши весов в пользу волгоградской команды, ведь, ну, во-первых, Мурисини бьет поворот там мимо. Ведь, если мы вспомним, еще раз ярославский подводник выигрывал по ходу этого матча 4-1. Ну и теперь уже 5-4 в пользу ротора. Вот так вот все перевернулось в этом матче. Четыре минуты сыграно в третьем периоде. Коротко, дорогие друзья, напомню также результаты сегодняшнего игрового дня. Как раз тем более, пока у нас пауза. Итак, в первом матче сегодняшнего игрового дня, дорогие друзья, Санкт-Петербургский «Кристалл» со счетом 5-2 обыграл московское «Динамо». И, кстати, дорогие друзья, «Кристалл» стал первой командой, которая обеспечила себе участие в полуфинале волгоградского этапа чемпионата России. «Кристалл», набрав 6 очков, гарантировал себе участие в полуфинале. Во втором матче сегодня встретились «Самарские крылья Советов» и «Саратовская Дельта». Минимальная победа «Крыльев» 6-5. Ну и в московском дерби, так, давайте после штрафного удара. Удар низовый! Выносит мяч из пустых ворот капитана сегодняшний именинник Андрей Панкратов, у которого сегодня, напомню, день рождения, друзья. И там угловой с левого фланга подача. Удар! Шикарный гол! В исполнении 9-го номера команды подводник Алексея Ильича 5-5. Мы быстро закончим. Московское дерби, Строгино — Локомотив. Победа Локомотива минимальная 4-3. Далее, вы знаете, не один Дмитрий Шишин сегодня хет-трик оформил. Алексей Ильичев также забивает 3 мяча в этой встрече. И Перекладина спасает ворота Мурисиньо! Ну, на всякий случай, дорогие друзья, напомню, что если команда играет в ничью, в основное время матча назначается дополнительное время 3 минуты. Но с той лишь разницей, еще раз напомню, что за победу в дополнительное время и в серии пенальти команда получает не 3, а 2 очка. Вот это может получиться опасный контрвыпад. Ярославские команды и самоотверженно играет Антон Глиф. Голкипер Волгограда. Михаил Черляев. Ура! Ну, по-моему, волгоградские болельщики должны сказать, ну, наконец-то! Сколько надежд возлагалось на этого человека! И вот, наконец-то, он забивает. Автор забитого мяча, номер 8, Мурисиньо! Ротор Волгоград! За 5 минут и 42 секунды до завершения основного времени матча. А
очередной такой силовой проход в исполнении Жилопаула. Алексей Вечеров не добирается до мяча. Такое ощущение, что темнеет немного начинает, но такая тучка пришла, солнце закрыло. Вот тем временем играть-то осталось уже совсем недолго. 5 минут, друзья. Фантастическую игру мы с вами смотрим. Прямо на закусочку сегодня игра получилась, что надо. Нет, дорогие друзья, на самом деле все сегодняшние игры были очень интересными. Сегодняшний игровой день получился действительно очень насыщенным, очень зрелищным. Много разных было эмоционально-драматических моментов. Ну и вот заключительная игра сегодняшнего дня. Ну и валит в этом эпизоде Алексей Ильичев. Жилопаула пробьет штрафной удар. Следим мы за всем спортом, в данном случае футболом. Сейчас параллельно нашим играм в Израиле проходит молодежный чемпионат Европы по футболу, по большому футболу, на который попала сборная команда России, которую руководит экс-главный тренер сборной России по пляжному футболу, ныне главный тренер молодежной сборной России Николай Писарев. И в своем стартовом матче подопечные Николая Писарева сегодня встречаются с очень сильной сборной команды Испании. И завершился первый тайм, дорогие друзья. И проинформируем вас, что счет пока не открыт. 0-0. В матче россиян и испанцев. Сантиметра ниже. Счет мог сравняться. 3 минуты до завершения основного времени встречи. Николай Крышанов выцарапывает мяч. Он Урусиню бьет, но показывает арбитр, что мяч при этом покинул пределы поля. И за боковой линией Дмитрий Шишин играет ближе к чужой штрафной на Урусиню. Но отбиваются футболисты подводника. Получается, при разных результатах этого матча интересные турнирные расклады, поэтому вперед забегать не будем. По его окончании все скажу, что могу сказать, глядя на результаты вчерашнего игрового дня и сегодняшнего. Yeah.
Минута 20 до завершения основного времени игры. Антон Гриб с мячом. Ищет адресат. Находит Олега Мозгового. Тот пытался развернуться, но с мячом в итоге жил Павло. Дмитрий Шишин, Олег Мозговой. И, кстати, уже идет последняя минута основного времени матча. И она из последних атак. Надо спасать матч, а остался, естественно. А Рогуру постараться сохранить добытое преимущество. И вот! Олег Мозговой мог ставить точку в этом матче. Но оставляет еще шанс ярославской команде. За то, что приходите на трибуну и поддерживаете команды. До встречи завтра, дорогие друзья, начиная с 16 часов. Ну и только на сегодня. Всем спасибо, все свободны. Пока. Рядом со мной Дмитрий Шишин, который стал чуть ли не уже легендой Волгограда. Дмитрий, что скажете об игре? Пару слов буквально. Игра очень трудная оказалась в начале. Не знаю, как-то пропустили, блядь, слишком много моментов. По счету проиграли 1-4, но при таких трибунах дома, конечно, нельзя проигрывать. Большое спасибо команде, то, что не остановились, смогли дожать и заслуженно, считаю, победили. Это вот такая тактика, остро атакующую игру показывать или получается вот так второй день уже подряд? Ну, я бы не сказал, просто как бы по ходу игры случилась такая ситуация, что пришлось как бы отыгрываться и сделали такой темп. Я думаю, что подводник был не готов к такому темпу. Ну, мы просто, можно сказать, в конце игры просто их смяли, не дав им шансов забить. А тяжело ли было переходить из «Локомотива»? Все-таки команда уже трехкратный чемпион России. Вот такой довольно неожиданный переход для многих специалистов пляжного футбола. Ну, конечно, «Локомотив» очень хорошая команда, вся сборная России. Ну, о переходе не жалею. Надо и в родном городе как бы играть. Команды, может быть, не хватает где-то техники, мастерства, но за счет физических каких-то качеств, за счет самоотдачи показываем, считаю, достойную игру. Спасибо вам большое за интервью и удачи в дальнейшем.